Ребята, ко мне прилетела посылочка от суперглазки. И сейчас установлю ее в свой глаз. Довольно приятная кожа. И пахнет он духами. Приятный запах морскими водорослями. Розовый цвет. И пахнет ярко косточкой вишни. Сейчас вы точно удивитесь. Только те, кто стоит, пожалуйста, присядьте. Потому что сейчас я буду показывать товар в Фикспрессе, который стоит 199 рублей. Пришел фонарик за 199 рублей. Вот такой фонарь. Эра. Девочки, теперь все. Рубеж перейден. Высота взята. Планка упала. Теперь будут появляться товары по 199 рублей. Серия практик. Фонарь называется Эра. Светодиодный. 5 ватт. Премиум светодиоды. Вот смотрите, какая там мощнейшая зеркальная система. Здесь есть крючок, магнит и 3 батарейки 2А нужны. Работает 4 часа, 20 метров освещения. Вы представляете, как далеко он светит? Там еще что здесь у нас написано. Мультикристалл на плате, светодиод премиум класса. Сверхяркий, супер экономичный, не требует обслуживания и замены на протяжении всего срока службы. Батарейки в комплект не входят. Время непрерывной работы алкалиновых батареек до 4 часов. Материал пластик. В общем, вот такой вот интересный фонарик. Девочки, и это сенсация. Теперь будут появляться товары выше 99 рублей. Новинка, игрушка, конструктор, пистолет. Собери пистолет сам. Стреляет пульками. 45 деталей. Все детали на схеме пронумерованы согласно инструкции по сборке. С обратной стороны нарисованы все детали. Ой, и он стреляет вот такими маленькими пульками. Как опасно. Еще одна новинка. Мини-баскетбол. Настольная игра. Забрось шарики в корзину. Вот такая штука. Играй, тренируй меткость, ловкость, глазомер и координацию. Здесь в детском отделе всегда оживленно, поэтому так вот вы слышите, как дети разговаривают. Вот на обратной стороне собрать. Помести шарик в лунку. Нажми на кнопку. Попади точно в цель. И еще одна новинка. Попади в кольцо. Майкл Джордан. Игрушка-баскетбол со звуком, со светом в комплекте. Батарейки в комплекте? Да, удивительно, но батарейки входят в комплект. Такая штука. В общем, это такой шар. И там баскетбольное кольцо. И что нужно делать, сейчас прочитаем. Игрушка представляет собой пластиковый прозрачный шар, внутри которого находится баскетбольный щит с кольцом, баскетбольный мячик. При попадании мяча в корзину срабатывает звуковое оповещение с аплодисментами и светомузыкой. Класс. Есть новые книги «Салаты для хорошего настроения». Яркий вкус, оригинальные заправки, свежие решения из рыбы и из мяса. Давайте посмотрим внутри, какие странички. Салат с редиской, спаржей и горчичной заправкой. Салат с утиной грудкой, гречневой лапшой. Вот какие яркие. Салат из дыни тунцом. Салат со свиными ребрышками. Еще одна новинка. Халяльная домашняя кухня. Книга гастронома. Проверено. Все получится. Огромная толстенная книга. Всего 99 рублей. Представляете? Просто шок. Какая она огромная. Такая книга, наверное, рублей 600 будет стоить. Огромная. Туркменская окрошка. Тат. Рисовый суп с помидорами. Пельмени. Шурпа с нутом. В общем, много-много разных блюд. Ого, сколько сидушек. Посмотрите, какие, сколько их много. Вот с такими розами.
Они толстенькие. Вот с обратной стороны прорезиненные точечки. Шибишик. Затем есть вот с такими деревьями. Стоит 99 рублей. Сделаны из поролона и полиэстера. И еще один вариант. Вот такие надписи. Эйфелева башня. И трусы защитного цвета с огромной звездой к 9 мая. И новинка. Не молоко. Овсяная классическая. Очень вкусно с кофе. Новинка. Джем персиковый. В мягкой упаковке. И его составчик. Лимонная кислота и консервант сорбат калия. Первый раз вижу вот такие мяфли акульчев без пальмового масла. Вам состав и скажите мне, это вредно? Что-нибудь здесь есть вредное? Новинка. Конфеты Унимарка. Шоколадные. Молочный шоколад с орехами. 120 грамм. Вкусно, полезно, качество 100%. И вот его состав. Есть шоколад. Начинка. Молочный шоколад содержит остаток какао. Обезжиренное молоко. Состав очень хороший. Фикс-прайс. Больше выгоды и разнообразия. В продаже не только товары по 50 рублей, но и эксклюзивные новинки по 70. Еще один вариант полотенца. Это у нас Иваново. Размер 45 на 60. И полотенце называется «Кухонная рогожка». И посмотрите, какое оно. Оно с большими дырочками. Плетение, я не знаю, как это точно называется. Но я думаю, что если постирать его при температуре 60 градусов, то этих дырочек точно не станет. Все подсядет и станет полотенце чуть-чуть меньше. Новинка полотенца. Плотный материал. Насчет впитываемости я сомневаюсь, что оно будет хорошо впитывать. Если кто-то уже такое купил, расскажите, пожалуйста, поделитесь. Другой вариант расцветки. Розовые нежные веточки. Парика с оливковым. Это не новинка. Подсолнечное масло. Оно продается у нас уже очень давно. Еще одна новинка. Тидбит. Лакомство для собак. Вот такие ножки. Интересные. Выглядит очень жизненно. Еще один товар, который необходим для садоводов. Дренаж керамзитовый для комнатных растений. Сделано в России. Стоит 25 рублей. И насколько я вижу, камешки достаточно мелкие. Просто бывают еще очень крупные. Но вот эти прям крошечные. Вот что он делает. Чем заняться летом детям? Вот такой скакалочкой. Поскакать на скакалке. Длина 2,20 сантиметра. Очень приятный материал. Такой полупрозрачный. Удобные ручечки. Все хорошо. 25 рублей. Еще одна игрушка. Пружинка радуга. Можно перекидывать из руки в руку. В виде звездочки, я так думаю. Или в виде сердечка сейчас достану, посмотрю. Что-то я такую ни разу в жизни не видела. Какой-то она такой формы интересной. Непонятной. Это в виде бабочки, что ли. И вот такая с блесточками переливающимися. Кусочек пластика. Смешная. Банка Пепси. Здесь уже реклама чемпионата мира.
Живи игрой, получай призы. Вот такая баночка. Дартс. Игровой набор дартс. С мишенью, пистолетом и 6 снарядами. Вот так выглядит. Повесим на улице. И все пацаны будут играть. Еще бита. Бейсбольная с двумя мячами стоит 77 рублей. Вот это все мои покупочки. Сейчас покажу чек. И всем пока. Мой сегодняшний чек. Пепси-кола, игрушка бита. Скакалка за 25 рублей. Пружинка 25 рублей стоит. Дартс с пистолетом 99 рублей. И всего 251 рубль.